Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Если вы еще не подписались, то обязательно подпишитесь, на колокольчик жмякните, а также в описании видео есть ссылочки на телеграм-каналы, новостной и чат, где вы сможете вообще просто быстро задать вопрос, ну и всегда, почти всегда быстро получить ответ. Ну а также ссылочки для донатов тоже в описании видео. Ну а мы с вами о циферблате, который я назвал «Великорусский». Ой, что сейчас будет в комментариях, страшно даже представить, но не суть. Почему я его так назвал, скоро объясню. Вообще он называется по-другому, конечно же, ну а я его именно так назвал. Вот так выглядит режим AOT или экран всегда включен. Ну а вот так, дорогие друзья, данный циферблатик выглядит воочию. Что мы, значит, здесь видим с вами? Ну, просто герб Российской Федерации. Ну и сделан он в золотом цвете. И шрифт вот этот вот такой старославянский. И именно по этой причине я его и назвал Великорусский. Потому что старославянский еще и называется великорусский язык. Циферблат от российского разработчика или разработчицы Шарлотты Дитмарх. Ну, вот ее работа. Работа действительно прикольная. Что мы, значит, с вами здесь имеем? Написано батарейка 0,97, заряд батареи. Дальше день недели, число месяца, ну и сам месяц. Также есть две таб-зоны. Одна настройки и вторая, которую она делает всегда, это запущенные приложения. Кстати, очень хороший виджет, который или ярлык, который можно добавлять, в принципе, во все циферблаты, для того, чтобы открывать то, что вам нужно. Раз открыли, выбрали, какое приложение вам нужно, закрыли, все очень просто. Что у нас, значит, здесь? Картиночка высокого качества. Герб тоже, ну, выглядит достаточно солидно и хорошо. Текстура, смотрите, циферблата какая прикольненькая и такая с оттенями идет здесь светленькая, сюда переходит в темный цвет. Ну и выполнено в таком числовом измерении от 60.05 и поехало. Давайте посмотрим, что в настройках. Первое — это изменение герба. Если вот так сделать, то будет выглядеть следующим образом. Вот такой вот черный орел. Ну, так не видно прям. Первый вариант все-таки получше будет, мне кажется. Следующее, что у нас? Тень. Смотрите, по бизелю идет тень. Как это будет выглядеть? Видите, затемнено. Ну, кстати, тоже интересно. И тоже неплохо выглядит, когда не видать вот этих вот ободков. Сделали как захотели. И, пожалуйста, значит, ссылочка будет на российский магазин. Он бесплатно там. Вам нужно будет там только зарегистрироваться, его скачать и установить с помощью Bootjagger. Ссылочка, как это делать, также будет в закрепленном комментарии вместе с ссылочкой на этот циферблат. Пожалуйста, качайте. Неважно, кто вы, русский, иностранец, где вы живете, вы сможете зарегистрироваться там в магазине. Ну и скачать и установить данный циферблат. Спасибо за внимание. Вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь, лайк, комментарий. Пока.